Всем привет! В прошлом видео собрал гоночный квадрокоптер на раме Realac Genius 215, и сегодня буду его настраивать. Для настройки нам понадобится вот такой вот USB-провод для подключения полетного контроллера к компьютеру, и на компьютере должны быть установлены расширения Betaflight конфигуратор и BLHeli конфигуратор. Для начала заходим в Betaflight конфигуратор. Перед настройкой полетного контроллера рекомендую прошить его до последней версии. Для этого переходим во вкладку Firmware Flasher. Здесь нам нужно будет выбрать наш полетный контроллер. В моем случае это Omnibus на процессоре F4 первой версии. Далее выбираем версию прошивки. На данный момент это 3.1.7, стабильная версия. Здесь нужно будет отключить галку Full Chip Erase, так как есть небольшой баг на процессорах F4. Если включена эта галка для того, чтобы очистить чип от старой прошивки, и мы будем загружать прошивку в полетник, то он просто зависнет. Поэтому нужно будет отключить эту галку, оставить только скорость порта. Далее нажимаем внизу кнопку Load Firmware. Прошивка загрузилась. Берем квадрокоптер, и перед тем, как подключать его к компьютеру, нужно будет зажать здесь небольшую кнопку под названием Boot. Она находится слева от USB-разъема, для того, чтобы наш полетник перешел в режим DFU для прошивки загрузчика. Зажимаем кнопку и подключаем USB. Как только квадрокоптер будет подключен к компьютеру, здесь появится надпись DFU, и можно будет нажать Flash Firmware для того, чтобы прошить прошивку в полетник. У меня квадрокоптер уже прошит и настроен, поэтому буду показывать на примере своих настроек. После прошивки полетного контроллера можно переходить к его настройке. Для этого нажимаем Connect. И на первой вкладке Setup можно будет откалибровать акселерометр. Ставим квадрокоптер на ровную поверхность, нажимаем Calibrate акселерометр. И теперь можно проверить, правильно ли у нас установлен полетный контроллер. Для этого берем квадрокоптер в руки и начинаем в разные стороны вращать его и смотреть на вращение 3D-модели в конфигураторе. Должна соответствовать наклонам квадрокоптера, вперед, назад, лево, вправо. Вот здесь уже у меня настроен поворот полетного контроллера. Если картинка не совпадает, нужно будет повернуть полетный контроллер на 180 градусов. Для этого переходим во вкладку Configuration. Здесь у нас есть Board and Sensor Alignment и Yaw Degrees, это угол по Yaw, поставим 180 градусов. Не забываем сохранить новые значения, нажать Save and Reboot. Переходим во вкладку Ports. Первый порт — это у нас USB, мы оставляем его как есть, MSP должен быть включен. QWERTY-1 у нас подключен приемник, поэтому здесь мы ставим галку Serial RX, приемник подключен к протоколу SBUS. QWERTY-3 у нас подключен провод телеметрии от приемника, поэтому здесь ставлю Smart Port. И на UART6 подключен провод от видеопередатчика ТБС для того, чтобы можно было с помощью OSD переключать частоты и мощность видеопередатчика. Здесь мы выставляем ТБС Smart Audio. Также не забываем сохранить. Переходим в следующую вкладку, это вкладка Configuration. Здесь есть картинка, на которой показаны номера моторов и в какую сторону они должны вращаться. Здесь мы повернули полетный контроллер на 180 градусов, а далее нужно будет поставить, где подписан ресивер, Serial Buzzed Receiver, и потом выбрать протокол, к которому подключен приемник. В моем случае это протокол SBUS. Аналоговый RCCI нам не нужен, галка здесь должна быть выключена. Здесь мы выбираем частоту опроса гироскопа и пит контроллера. На процессоре F4 у меня стоит по 8 кГц частота, больше здесь не получится поставить. Вот, и также смотрим при изменении значения на загрузку процессора. В новых версиях загрузка упала, сейчас вот показывает 5%. Акселерометр можно либо отключить, либо оставить. Для тех, кто будет летать в режиме стабилизации, то нужно этот параметр будет оставить.
Здесь можно будет выбрать в первую очередь OSD, так как в полетник встроена OSD-шка. Также выбираем Air Mode для того, чтобы квадрокоптер управлялся лучше на минимальном газу. И также я включу параметры телеметрии для того, чтобы получать информацию на аппаратуру радиоуправления. Далее выбираем протокол регулятора оборотов. Я выберу протокол Dshot 600. Больше параметров здесь никакие не буду менять. Здесь можно будет выбрать процент минимального газа, но 4,5 в принципе не устраивает. Обязательно смотрим, чтобы был включен WebAt, для того, чтобы полетный контроллер получал информацию о напряжении аккумулятора. На полетном контроллере нет датчика тока, поэтому этот параметр можно оставить отключенным. И также можно здесь, где Craft Name, писать свой ник, для того, чтобы он отражался в USD. Нажимаем Save and Reboot. Во вкладке File Save мы оставляем все значения по умолчанию. Здесь выбран Stage 2, для того, чтобы при потере сигнала квадрокоптер включал моторы и падал. Это самое оптимальное значение для гоночных квадрокоптеров. И чтобы здесь был параметр Drop выставлен. Переходим во вкладку Pit Tuning. Я уже полетал на квадрике, подстроил пиды, получились такие значения по роллу P54 и 42 и D34, по питчу 68P, 58i и D40, и по Yao 75P и I48. Также поднял суперрейты до 0,75. Эти значения индивидуальны под каждого, кому как удобнее летать. Также рекомендую для уменьшения эффекта проб-воша отключить встроенные фильтры, которые установлены по умолчанию. Первый — это ночь фильтр 1, я поставил частоту 0. Ночь фильтр 2, тоже частота 0. И ДТР ночь фильтр тоже 0. И также нужно будет поставить через командную строку T-Low-Pass-Type PT1. Не забываем нажать кнопку Save. Переходим к следующей вкладке Receiver. Для того, чтобы забиндить наш приемник с аппаратурой, создаем новую модель в аппаратуре. У меня уже создана. Назвал ее Genius 215. Переходим в ее настройки. Нажимаем кнопку Bind. И после этого нужно будет нажать кнопку Bind на приемнике, зажать ее и подать питание, ну, либо подключить аккумулятор, либо подключить USB. После этого, как приемник забиндится, можно будет сначала отключить питание с квадрокоптера, потом отключить кнопку Bind на аппаратуре, и наш приемник законнектится с аппаратурой. Также по настройкам заходим в настройки модели. Во вкладке миксер нужно будет поставить, например, на 5-й канал активацию моторов на тумблер. У меня это поставлен на SF. На 6-й канал я поставил активацию пищалки. И также на 9-й канал у меня стоит RCCI. То есть уровень сигнала с приемника будет передаваться на аппаратуру и также будет показываться в OSD. И смотрим, чтобы каналы соответствовали ползункам. То есть газ у нас реагировал на сроту, по яву крутился, по питчу, по роллу. А если они не соответствуют, то нужно будет поменять. Здесь вот раскладки есть. Стандартные, FUTAB и GR. Также не забываем, что при отклонении стика минимальное число должно быть 1000 и максимальное 2000 на всех каналах. Посерединке у нас должно быть 1500. Для того, чтобы это сделать, есть специальные команды под названием RxRange. Вот 4 у нас канала. Здесь у нас смотрим, если минимальный у нас 987, максимальный 2011, то вбиваем эти значения на каждый из каналов. Копируем.
переходим в командную строку и вставляем эти значения. Нажимаем Enter. После этого вбиваем команду Save, нажимаем Enter. Во вкладке Modus нужно будет настроить режимы для активации моторов. Например, на AUX1 у меня тумблер вынесен для арма, дизарма моторов. Здесь ставится вот такой вот ползунок. И также я вынес бипер на AUX2, это активация пищалки тоже по тумблеру. Переходим во вкладку Motors. Винты должны быть сняты в целях безопасности. Подключаем к квадрокоптеру аккумулятор, ставим галку. И теперь поочередно будем запускать моторы и смотреть правильное расположение их, то есть первый, второй, третий, четвертый, и также направление вращения, как показано на картинке. А если направление вращения неправильно, то нам нужно будет выйти из конфигуратора, запустить BL-Heli конфигуратор, нажать Connect, после этого нажать внизу кнопку Read Setup, для того, чтобы у нас инициализировались наши регуляторы. Как видим, здесь у нас все 4 регулятора показаны, их название, версия 16.6. И здесь можно будет поменять направление вращения моторов. То есть у нас на первом, втором стоит нормальное вращение по часовой стрелке, на третьем и четвертом реверсы, то есть в обратную сторону против часовой стрелки. Здесь можно будет все эти параметры поменять. И также здесь можно прошить регуляторы до последней прошивки. Нужно будет нажать Flash All. Программа сама определит версию регуляторов. Нам нужно будет только выбрать версию последней прошивки и нажать на кнопку Flash. Поочередно все регуляторы прошьются новой прошивкой. И последнее, что нужно будет настроить, это OSD. Здесь у нас есть в левом столбике параметры, которые можно будет выносить на экран. Я вынесу RSTCI. Также вот они, эти значения появляются. Их можно располагать как вам удобно на экране. То есть, например, здесь поставить напряжение аккумулятора. Над ним я поставлю уровень сигнала. Название модели можно поставить сверху. И полетное время сбоку поставить таким вот образом. Здесь много разных значений, которые можно будет вывести. Например, пиды можно будет вывести, также расположить, где их удобно, и уже смотреть в полете на изменения этих значений. Также здесь есть видеоформат, либо авто. Я выберу PAL, метрическую систему, и здесь можно будет сигнал оповещения настроить. Также нужно будет выбрать шрифт. Здесь вот есть много разных шрифтов, можно свой загрузить, либо которые стандартные идут. Здесь уже даже не показано, как будет выглядеть. Ну что, квадрик настроен. В следующем видео затестим его на улице. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все.